Не вздумай поднимать руку на мою дочь. Ты не стоишь того. Мне все сказали держаться от тебя подальше. Я никого не послушал. Я говорил себе, эй, Люль не такая. Я отдалился ото всех. Ради тебя. Ради моей любви к тебе. Я был готов стереть всех в своей жизни. Я отказался от своей семьи. Они оказались правы. Пока я жил в своих мечтах, я не видел правды. Я полюбил девушку, которая была создана в моих мечтах. Но не ты была той девушкой. Ты не заслужила моей любви к тебе. Сынок, бескультурная, больше никогда, больше никогда, ты не будешь рядом с моим сыном, ясно тебе? Пошли вон отсюда и оставьте в покое мою дочь. Скажи своему сыну, чтобы он отстал от моей жены. Вам должно быть стыдно. Ты смотри на него. Посреди дня выродок с пистолетом врывается ко мне. Этот шакал мафиози настоящий, я вам говорю. Хорошо, что мы преподали урок, и он нашел выродок. Ладно, дитя мое, ладно. Все пройдет, дорогая. Не пройдет. Отец Яшар. Я люблю свою жену. И предложение мое все еще активно. Этот дом, дома Илюль. И двери этого дома для нее всегда открыты. Я готов забыть прошлое. Вот так вот. Я не хочу, чтобы она была несчастна. Не хочу, чтобы она плакала. Я хочу, чтобы она была счастлива. Эй, Люль. Ну же, красавица, вернись домой. Ну же, давай мы сначала. Эй, Люль здесь не останется. Все кончено. Яшар. Ребенок желает вернуться домой. Заберем нашу дочь. Шагай. Нет. Давай, вставай. Я отец Яшар, пусти дочь. Ты не лезь в это дело. Шагай. Вставай. Нет. Шагай. Яшар, поаккуратней. Яшар. Яшар. Яшар, ладно, поаккуратней. Дитя мое. Вставай, вставай, доченька. Шагай. Вставай. Хватит позорить ее. Ну, шагай. Разве она не сбежала от мужа? Так она не разок, а два раза изменила. Ягэ, стой. Это не стоит того. Не надо так вести себя, Ягэ. Ягэ, стой. Подожди же, ради бога. Ягэ, стой, пожалуйста. Это не стоит того. Проходи сюда. Больше ты из этой комнаты не выйдешь, ясно? И раз уж ты не хочешь вернуться к своему мужу, ты не будешь выходить из комнаты.
Ты не выйдешь на улицу, сам не будешь нас позорить. Ты не будешь продолжать стоять мою голову. Я шар. Ради бога, пожалуйста, не надо. Не надо наказывать нашего ребенка. Нуран, хватит защищать ее. В этом доме она будет жить как в тюрьме. Из этой комнаты ты выйдешь только, если согласишься вернуться к мужу. Яшарушка, послушай. Яшарушка, пожалуйста, послушай. Все будет только хуже. Яшарушка, пожалуйста. Выйди вон, выйди. Дитя, моя хорошая, я ведь готова от тебя, дорогая. Не могу я терпеть, когда ты плачешь, дитя.